Пансионат доверия – это уютное место для комфортного пребывания пожилых людей, которым нужна помощь в уходе. Частный пансионат – это хорошая возможность позаботиться о своих близких и родных. В коллективном общении со своими сверстниками в нашем пансионате пожилому человеку не будет одиноко. Пансионаты для пожилых людей доверия представляют собой загородный коттедж, вокруг которого расположена зеленая зона для ежедневных прогулок. Проживают постояльцы в двух, трех, четырех местных номерах с уютной домашней обстановкой. В пансионате доверия работает штат квалифицированных сотрудников с гериатрической подготовкой. Сеть пансионатов доверия входит в реестр поставщиков социальных услуг. Ежедневно проводится контроль состояния здоровья подопечных пансионата, и все результаты фиксируются в листе динамического наблюдения. Частный пансионат доверия оборудован всем необходимым для проживания пожилых и людей с ограниченными возможностями здоровья. Комнаты оснащены функциональными кроватями с регулировкой положения, и для лежачих больных предусмотрены противопролежные матрасы. В каждом номере установлены сплит-системы для оптимизации температуры и влажности в помещении, а влажная уборка проводится два раза в день. Особое внимание уделено организации досуга. Помимо большой библиотеки, в пансионате проходят выступления, танцы, чаепития, мастер-классы по выпечке и многое другое. Наши цены доступны для всех категорий граждан. К тому же регулярно выделяются льготные места, на которые могут претендовать нуждающиеся. Мы гарантируем, что вашему родственнику будет у нас комфортно и безопасно. Мы дорожим здоровьем наших подопечных. Записаться на экскурсию или узнать больше о нашем пансионате вы можете по телефону 8 800 732 97.